Так, здравствуйте, товарищи. Начинаем очередное наше занятие кружка любителей гегельской диалектики. Значит, мы изучаем довольно сложный материал суждения, и сложность его в том, чтобы не брать эти суждения в отрыв от всего того содержания, которое мы до этого изучали, а брать эти суждения или пытаться их понять с опорой на то содержание, которое нами было изучено, на все то предыдущее содержание, которое имеет место. Поэтому само разделение понятий у Гегеля сделано не по принципу, значит, запишите это первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое и так далее. Не формальное распределение, а он пытается эти суждения рассматривать с учетом вот той последовательности, в которой рассматривались категории. Что мы сначала рассматривали в науке логики? Бытие. Какое бытие мы рассматривали? Наличное бытие. Потому что наличное бытие имеет определенность, и поэтому есть, получается, так сказать, разные, так сказать, наличные бытия. Поэтому первое, с чего мы начали, это мы рассматривали суждение наличного бытия. И вид у него, соответственно, там сидит прямо слово «есть». А раз есть это бытие, и вид его такой, что субъект есть предикат. Так сказать, все, так сказать, просто и понятно, почему это наличное бытие. А теперь мы перешли к суждению рефлексии. А в суждении рефлексии, что такое рефлексия? Рефлексия – это первая самая категория, или целый раздел учения о сущности. В буквальном смысле понимании рефлексия – это что? Это отражение. Отражение, да. Да? Вот, скажем, я на вас смотрю, если бы я, так сказать, было бы наличное, так сказать, суждение у меня было наличное, я бы сказал, что Шабасов, да, вот слева от меня, тот человек, который от меня сидит, слева – это Шабасов Константин Константинович. А если суждение рефлексии, слева от меня сидит человек, который не Васьковский. Будете спорить? Вы Васьковский? Да. Да? Вот видите, что вы, до чего вы доходите? Отражение. Вот Васьковский. А мое суждение, что вы не Васьковский. Мое суждение правильное, а ваше неправильное. То есть рефлексия. То есть для того, чтобы понять, кто вы, значит, надо обратиться вот к Александру Евгеньевичу. И тогда вот видно, что вот это, значит, это не он, а это вы. Так, ну, бывает, правильно? Конечно. То есть через что-то другое. Да. Вот про вас я могу сказать. Совершенно не обидно. Вот человек не дурак. Я плохого ничего про него не сказал. Но я про него, так сказать, начал рассказывать со ссылкой на дурака. Это же не то же самое, что он такой же умный, как Шабасов, допустим. Это тоже будет рефлексивное обращение, да? Но оно другое, позитивное. Он не дурак. Ну, можно сказать, не убийца тоже можно сказать. То есть для того, чтобы об этом человеке говорить, надо тут найти убийцу и сказать, так он не такой. То есть что такое рефлексивное? Через отражение. Поэтому Гегель, который рассматривает движение мысли, и это движение мысли тоже хочет классификацию этому движению мысли дать в соответствии с тем, какое есть движение в объективной логике, а не только вот здесь в субъективной логике, потому что субъективные понятия отражают объективную жизнь. Правильно? А раз так, то значит надо не просто их по порядку, первое, второе, третье, четвертое, пятое перечислять, а желательно их соотносить с соответствующими разделами. Вот когда мы переходим к суждению рефлексии, здесь пишет Гегель, что субъект есть некоторое единичное как таковое. Единичное. А всеобщее уже более не есть абстрактная всеобщность или единичное свойство, а оно получается путем самособирания воедино многообразных свойств и существований. Самособирание. То есть оно как бы отражается от них, и получается некое одно, но одно, полученное путем собирания в одно. И в качестве таких рефлексивных суждений он примеры дает такие. Человек смертен.
Ну, ясное дело, что, наверное, не только человек смертен. Потому что если говорят смертен, то это может относиться и к другим животным, верно? А не только к человеку. А вот он собирает тут такое, берет такое суждение, которое относится к человеку, но не только к человеку, а как бы оно берет в отраженном виде, к вам в голову приходит, что, наверное, не только человек смертен, да? То есть смерть может постигнуть и кошку, и собаку, и обезьяну, а не только человека. Поэтому нам не следует так гордиться, что вот человек смертен. Потому что и другие тоже животные, к сожалению, обладают таким замечательным свойством. Вещи приходящие. То есть уже, ну, про вещи ты не скажешь, что они смертны, но приходящие. Ну, кажется, что вот это вот относится только к вещам, приходящность. Но так и человек приходящий. Поэтому, так сказать, это тоже рефлексия, тут есть отражение. Эта вещь полезна. Значит, о чем идет речь? Что хотят сказать, что эта вещь полезна? Как вы думаете, товарищ Войсковский? Вот если я хочу сказать, что вот этот компьютер полезен. Не вреден. Да, вот это совершенно правильно. Вот, то есть сразу должна прийти в голову мысль, значит, полезен. А мог бы быть и вредным. Все зависит от того, как вы смотрите и сколько за ним сидите. Можно столько сидеть за компьютером, что, так сказать, испортишь себе глаза. Полезность придет во вредность. Да. Вот. И эта вещь полезна. А бывают вещи, которые не полезны. То есть вот это самособирание, которое говорит, связано, что вот один и тот же, так сказать, субъект, он может многое отражать. А вот это то, что вот отражается, оно как бы отражается, и прежде всего движение это логическое, фиксируется в предикате. Упругость тел. Раз есть упругие тела, значит есть неупругие, их много. То есть надо собрать все упругие и отделить их от всех неупругих. Немягкие. Так, счастье. Желаю вам счастья. А что я вам желаю? А потому что может быть и несчастье. Поэтому счастья желаю. А что я несчастье-то буду желать? Но на самом деле, когда желаешь счастья, то напоминаешь, что может быть и несчастье. Это только кажется, что человек не вспомнит о несчастье. Он может и вспомнить. Хорошо бы. Ответ. Так, они выражают собой некоторую существенность, которая, однако, есть некоторые определения в отношении или некоторые охватывающие всеобщность. Прямо не указывает, а как бы вот охватывает целый ряд таких вот существенностей. Понятие определяет наличное бытие ближайшим образом так, что делает его определение определениями отношения, непрерывными продолжениями в их самих в разном многообразии существования. То есть вещь полезная, а есть другие полезные вещи. Вот. Каждый человек – это твердое тело. Ну и дуб тоже твердое тело, и бревно – твердое тело, и так далее. Его тоже можно сделать продолжением. Смотря куда хотят мысль направить, все, кто говорят. Вот. А можно сказать, что человек твердый, как скала. Но уже будет некоторое, наоборот, возвышение его человеку. Так что истина всеобщая, есть, правда, их внутренняя сущность, но в явлении. То есть эта внутренняя сущность, она вот как бы является отдельно. И эта релятивная природа, или можно также сказать, их признак, есть, еще не есть их в себе и для себя сущее. Вот видите, появилось слово «признак». А если вы будете читать какие-нибудь книжки по философии, там вечно признаки для определения берут. Никогда, когда речь шла об определении, ни о каких признаках Гегель и не говорил, и вообще там ни слова не было. Вот признак. Признак – это вот то, что проявляется в явлении, это признак. Оно может и отражать сущность, а может едва ее отражать, плохо отражать. Это потому, что то, что в явлении, оно не вполне соответствует закону. Правильно? Так. Ну вот это мы с вами рассматривали и рассмотрели. Сингулярное суждение, которое выглядит так. Единичное и всеобщее. Партикулярное суждение, которое расширяет уже не единичное, а как оно, партикулярное суждение, выглядит. Некоторые люди подготовились
к занятиям по науке и логике. Некоторые. Есть обиженные. Тот, кто заявит себя обиженным, он сразу выявит себя как не подготовившийся, правильно? А так вроде никого и не затрагивает это. То есть это вот некоторые суждения, некоторые единичные, суть некоторой всеобщей рефлексии. То есть это вот рефлексивные определения, они вот как раз носят такой характер отражений. Вот как бы вы точно не изображали себя в зеркале, у вас правое будет слева, а левое справа. Так? Вот дефект есть этих отражений. Вот у вас значок, вот у меня, там, допустим, с левой стороны, я подойду к зеркалу, он так и будет напротив. А если я теперь посмотрю на себя, как бы я там, если я там стою, так у меня он с правой стороны там получается. И так ведь? Значит, лев такой, так у меня, значит, кривизна уже такая. Наоборот, получается. То есть даже вот зеркало такое, казалось бы, ну, точное изображение, оно меняет вообще даже правый и левый. И очень сильно. То есть, если вы ушибли левый глаз, и у нас сильно болит, вы подойдите к зеркалу, вы увидите, что вы ушибли правый глаз. Может быть, вам полегчает. Так. И вот здесь Гегель подводит дело к тому, что это вот самособирание, оно тоже имеет для себя определенное наименование. Если вы вот собираете такого рода предметы или такого рода явления, то тогда вы можете прийти к такому понятию, и не можете их просто взять как вот отдельный человек. А раз вы собираете, но некоторые, вот некоторые люди, а раз некоторые, значит, получается вот то, что можно взять и назвать родом. Род. А род что значит? Это вот такого рода, такого типа подбираются люди, животные. К выражению «некоторые» присоединяется поэтому некоторое более всеобщее содержание. Например, люди, животные – это не только эмпирическое, но и определенные формы суждения содержания, а именно последнее есть некоторые всеобщие. Ибо выражение «некоторые» содержит в себе всеобщность. И эта всеобщность вместе с тем должна быть отделена от единичных. Как это сделать? Так как в основании лежит рефлексированная единичность. Говоря точнее, эта всеобщность есть также и всеобщая природа или род. Можно сказать, не люди и не животные, а сказать человек уже. Это будет о ком речь? Это что, об Иванове, о Петрове, о Сидорове? Нет. Это будет о любом человеке, то есть о всех людях. Но вот звучать будет как единичное, да? Человек. Человек смертен. А раньше это звучало «люди смертны». Они как бы брались россыпью, отдельно, независимо друг от друга. А на самом деле это относится к каждому человеку. А раз каждому, можно взять вместо говорить, что все люди смертны, сказать «человек смертен» и все. И так будет ко всякому относиться. Правильно? Человек. Всеобщая природа или род, человек, животное, являясь предвосхищением той всеобщности, которая есть результат рефлексивного суждения, вот, подобно тому, как положительное суждение, имея субъектом единичное, предвосхищало то определение, которое есть результат суждения наличного бытия. Так. То, что в субъекте ближайшим образом уже приведено через его форму во взаимное соотношение, есть расширение этости в особенность. Это не просто вот эти, куда мы, так сказать, показали пальцем, и тут некоторые есть субъективизм, да? А это вот некие особенные люди, вот эти. Что-то их выделяет самих по себе в особенность. Некоторые эти или некоторые эти неопределенно. Расширение должно касаться самого этого. Что значит эти? Какие эти? То есть что вот, какое содержание этого? Должно, стало быть, соответствовать ему, быть вполне определенным.
Таковым расширением служит тотальность или ближайшим образом всеобщность вообще. Тотальность. Мы опять увидим это слово, которое служит строительным материалом для всякого рода теоретиков тоталитаризма. Total. Что значит? Целое. Целое. Вам банку целую или на кусочки разбить? Целую, пожалуйста. Вот я, принесите мне стеклянную банку. У вас есть стеклянная банка? Потом я раз ее там по дороге об стенку, и вам, я вам принес. Так, пожалуйста. А вы скажете, что вы мне принесли? А вы бы сказали, что вы тоталитарист, я бы вам и целую принес. А я думал, вам все равно. Я банку принес, но она в кусочках представлена. Все там, все кусочки на месте. Я ни один кусочек не забрал. Вас почему это не... Или вы налить туда что-то хотели? Так бы и сказали. Так, все тоталитаристы всегда что-то целое для чего-то делают, для того, чтобы как-то что-то, какое-то содержание влить. Общественная собственность – это тотальность? Все общество. Все общество. А если вот, вот всем принадлежит, а вам не принадлежит? Вот вам лично вот не принадлежит. Не понравились вы начальнику какому-то? Это будет общественная собственность? Нет. То есть для того, чтобы это была общественная собственность, не должно быть исключений. А раз нет исключений, это что? Это ужас, это тоталитаризм. Теперь всеобщее образование. Для всех. Всеобщее. Всех, все должны быть образованы. Это тоже ужасно. Потому что так, ну вы не образованные, ладно, чего такого страшного. Есть другие, вот рядом сидит человек образованный, вот сидит образованный. Ну, там один-два не образован. А тут это вот тоталитаристы, страшные люди. Они добиваются того, чтобы все были образованы. Ну, зачем, если, так сказать, лентяи, дураки, чего добиваются? Добиваются же, никто не... Все равно тянут их, и тянут из класса в класс. А некоторые потом становятся очень серьезными специалистами и хорошими. Правда? Всяко бывает в жизни. Даже тот, кто не хочет образования, он должен получиться. Было должен. Сейчас-то нет? Сейчас какое у нас образование, кстати, обязательное? Общегражданское. Начальник. Нет. Значит, товарищ Кучук, не очерняйте капиталистическую действительность. Я заявляю решительный протест, поскольку у нас это все записано. Это мы не можем допустить такого очернения. Пусть скажут нам на самом деле, что есть. Вот товарищ начал говорить. Всеобщее, что ли? Что всеобщее? Всеобщее начальное? Это вы дальше продолжаете эту линию? Нет, дальше среднее образование. Нет. Среднее у нас? Нет. Товарищ Кучук. Начальное, потом среднее. Вы кидаетесь прямо в противоположность. Вы хотите это среднее, значит, приукрасить действительность. Наша капиталистическая действительность не нуждается в том, что вы ее приукрашивали. И так мы на это много средств тратим. Нет, как это называется, я не знаю. Ну, забыл. Я бы пойду на такой еще только мы. Так. Товарищи не знают. Какое у нас образование-то? Ну, официальное какое у нас образование? Обязательное. Обязательное какое образование? Обязательное образование, товарищ Гавшин. Вас это не интересует? 9 классов. Больше интересует. Но вы не знаете. 9 классов, да. Что? Всеобщее среднее образование. Да нет. Да. Это по-другому называется. Я знаю, что называется общеобразовательное учреждение. Это учреждение. А я спрашиваю, образование какое у нас в России? Товарищи россияне и россиянцы. Основное, среднее. Как же? Это же категория вот, науки логики. Основа. Если раньше, в эпоху тоталитаризма, собирались давать всем, уже давали обязательное среднее образование. Вот я попадал под эту категорию, и вот, так сказать, у нас вот школа была 11-летка, да еще с политехнической, мы и политехническое у нас было образование, и специальность рабочую получали, и в то же время имели полное среднее образование, полное среднее, обязательное. Это довольно поздно было, еще в 50-х годах не было. Было одно время обязательное 7-летнее образование. Это называется неполное среднее. Официально неполное среднее 7-летка. Вот. А потом перешли к среднему, обязательному. Ну а поскольку мы пошли к расцвету новой России, то вот для этого расцвета потребовалось только основное среднее.
Это сколько? Да столько же. 9 классов. Тем не менее, сейчас есть список специальностей, на которые можно устроиться на работу официально, не имея образования. Вот этого. Если вы будете мне приносить прибавочную стоимость, то можете устраиваться. Я решу эти вопросы, с кем надо, Владимир Александрович. Это другой вопрос. Но официально считается у нас обязательное, основное, среднее. То есть, если, скажем, школа должна была советская, можете ее хвалить, можете ее ругать, но она должна была дотащить до завершения. 10-летка или 11-летка, там, по-разному было. Да. Можно новость? По этому поводу. Так. Вчера узнал от коллег с конференции, которые там говорили об искусственном интеллекте, о том, какой труд будет заменяться в ближайшее время. И все же боятся, что низкоквалифицированный труд будет заменен роботами. А тенденция разворачивается. Зачем низкоквалифицированных работников дешевых заменять? Нужно не надо. Высококвалифицированных, естественно. И тех, кого не хватает. Так, давайте, у кого самая большая зарплата, сообщите, вот вас и заменят. Дата-сайентистов. Половина программных продуктов, которые сейчас делаются, они делаются на замену труда программистов. И создают еще больше рабочих мест для программистов. Это пока. А это само собой, да. Так. Ну вот, то есть мы, вот это total, очень важное слово, total, сегодня. Там, или что такое всеобщее... бесплатная медицина. Это значит, что вы можете... Все могут попасть к врачу, или сколько вы не смотрите, там вот, можете открыть интернет, там, набрать. Нет номерков, нет номерков, нет номерков, нет. Можете на красненькое нажать, там написано. Такие номерки к такому врачу отсутствуют. И все. Это не тоталитаризм, который был в советское время. Дескать, вот что захотели, вам надо пойти к глазному, идете к глазному. Я 3 года шел в глазном, номерков не было. Уже пока не ослеп полностью без очков, уже когда записался на платное. Это чтобы вы не видели, что творится в России. Специально все сделано. Это отжаться теперь. Так. Ну вот. Так вот, значит, тотальность. А если берем тотальность, то надо всеобщность брать не некоторых брать, а полную всеобщность. А полная всеобщность – это всеобщность вообще. Согласны? Да. То есть не то, что некоторые люди это делают, а хотя так ко всем относятся. А если так вы берете, то уже партикулярное. Партикулярное – это особенное. То партикулярное суждение перешло в универсальное. Какое? Связанное с тем, чтобы всякость, все сути единичные, пожалуйста. А все единичное. Все люди сами по себе единицы. Вот и есть тут, пожалуйста, универсальное суждение. Указанная всеобщность есть лишь суммирование существующих особо единичных. Она есть некоторая общность. Вот как. Так она вроде как всеобщность, а получается, что она сложена из отдельных указаний на этом. А как сделать, чтобы было не вот так просто? Больше единичности, еще больше, чтобы мы вот не просто, так сказать, расширялись, а все-таки пришли бы к этой тотальности. Что нужно сделать? Вот обращаю ваше внимание на страницу 69, раздел С, универсальное суждение. Там есть феноменальное и важное заявление. Внизу. 1, 2, 3, 4, 5. Пятая и шестая страница снизу, строчка снизу. Что там написано? Метод или правило следует рассматривать как истинно всеобщее. Это важно? Да. Это вот если бы мы, так сказать, на занятии на сегодняшнем вот это, на это обратили внимание, и одно это только усвоили, это было бы очень здорово. Поэтому вот скажем, что такое изучение диалектики? Это мы хотим усвоить сам метод. Потому что все не запомнишь. Правильно? А вот метод надо запомнить. А как метод вообще у Гегеля формулируется? Кто помнит? Это здесь он его не формулирует, здесь просто говорит о нем. Метод или правило. Чего? Содержание и самодвижение. Ну это куски у вас так. Куски. Допустим, я смотрю на вас,
Правая рука, левая нога, спина. Счастье только у трупа. Ну, это самокритика. Это самокритика. Как? Осознание формы внутреннего самодвижения, содержание изучаемого предмета. Ну, все правильно. А тут получается, что метод и правило – это одно и то же? Да. Если правило в широком смысле, правило бывает элементарное правило, а бывает правило в смысле, чем вы руководствуетесь? Ну, наверное, вы это правило какое-то нашли, осознали, как двигаться дальше. Осознание формы, то есть превращение вот этой формы в некое правило, что вот надо так, так рассматривать, так вот идти. Вот как мы, как идет Гегель? Каждая следующая категория сложена из предыдущих. А каждый раз сложно по-своему. Правильно? Потому что каждый раз там есть отрицание, и поэтому никогда не повторяется. Буквального повторения никогда нет. Тем не менее, можно при этом увидеть такое правило, что если вы берете всю науку логики, у вас получается тезис учения о бытии, потом учение о сущности, антитезис, и отрицание, отрицание, возвращение как бы к этому тезису. И это же бытие появляется у вас в голове. Как понятие. Правильно? То есть оно снова появляется. Это бытие. А сколько это бытие, то у вас отражение истины имеется в виду. Что надо отразить то бытие, которое есть, а не выдумать без всякого правила взять и что-то сформулировать такую, какую-то мысль. Мысль, которая оторвана от содержания и вообще, строго говоря, не мысль. Оторванная от, так сказать, вот этого движения. Ну, я хочу сказать, что вот и все, наверное, это уже заметили, что вот обращать внимание на такие вещи человек может тогда, когда он раз почитает, два почитает, сначала по частям тут разберет, посмотрит разные значения и увидит там то, что сначала непонятно. Вот. Он говорит, что вот, когда говорят о всеобщности, уму обычно преподносится лишь всякость. Всякость. То есть не этот, не правило, а всякость. И это дает, перечисляет. И что получается? То есть такая всеобщность, которая должна быть исчерпана в единичных. А попробуйте вы исчерпайте единичные, всякость. Как единичных. То есть впадение вновь в указанную дурную бесконечность. Я должен все перечислять. И коровы смертные, и утки смертные, и гуси. И гуси тоже смертные, и комары смертные, котики и те смертные. А мыши в этом году не смертные, а в следующем будут смертные, поскольку будет по японскому календарю другой год. Почему-то Россия должна жить по японскому календарю. Удивительно. Можно зато много мышей продать. А что, мало что ли других этих стран? Давайте каждый будет жить по календарю какой-нибудь страны. Он не жил по календарю России. В этом, наверное, смысл, да? Жить по другим. Вы, кстати, кто по... Да. А? Водолей. Кто-кто? Водолей. А я никто. Я не по знаку, потому что... Что, с какой... С какого... Что это означает? Нет, с какого ляда это мы к себе примеряем это дело? К нам это не имеет никакого отношения. Вы кто, говорит, по японскому календарю? Я не по японскому календарю, и все. И весь разговор. И я вообще не по календарю. Не, у нас кружок по календарю. Следующее занятие будет 24 числа. Вот тут мы по календарю. Множество, как бы оно ни было велико, безоговорочно остается лишь партикулярностью и не есть всякость. Но уму смутно предносится при этом в себе для себя сущая всеобщность понятия. Понятие есть то, что насильственно гонит дальше, заставляя идти за пределы пребывающей единичности.
за которую держится представление, и за пределы внешней рефлексии представления, представляя всякость как тотальность, или, вернее, категорическое в себе и для себя бытие. Что значит «в себе и для себя бытие»? Кто-нибудь может пояснить, что такое «в себе и для себя бытие»? Предоставляется слово желающему. Не хотите объяснить, что такое «в себе и для себя бытие»? Ну, объясните, что такое «в себе бытие». Равенство с собой. Ну, уже хорошо, уже равенство с собой. Вы бы так и сказали. «В себе бытие» – это равенство с собой. А что касается «для себя бытия», я думаю, другие товарищи пусть внесут свою лепту. И так вы бы были на коне. А тут получилось, что вы как-то не дорешали, что-то не сказали. Так было бы на пятерку с отличием, а так на тройку ответ. Так, а «для себя бытия»? Что это значит? Бытие для иного. А? Для иного. Ну, конечно, что еще? Иное, это что? Для себя бытие – это бытие для иного. Для себя… Вам что для иного, что для себя. Из вас этот стяжатель явно не получится. Ему говорит, я, говорит, у меня все для себя. И все раздал. Ну, что это такое? Ну, так вот, вот посмотрите, он все раздал. Сколько у вас осталось? Остальное раздайте нам после занятий. Мы не против такой позиции. Вот он уже и пиджака пришел, и пиджак кому-то отдал. Брюки еще на нем пока. Ну что такое бытие? Для себя бытие. Наличное бытие. Значит, товарищи, нельзя ничего выдумывать. Вы изучали наличное бытие? Бытие изучали, где появляется категория для себя бытия? Перед одним. А? Перед одним. Да, перед одним. Когда вы рассматриваете какую категорию? Бесконечное. А в бесконечном, истинно бесконечное – это такое, в котором конечное в нем содержится, а не рядом с ним. То есть поэтому рядом с бесконечным ничего нет. А раз ничего нет, рядом с ним нету ничего, то оно для себя бытие. Потому что нет ничего другого, для чего оно может быть. Правильно? Вот я сейчас кружок веду для всех. А если вот эту запись выключить и всем выйти, а меня оставить, вот я буду для себя бытие. Почему? Ну, потому что нет больше никого. То есть, поэтому иногда кажется, ох, какая тут заум, так сложно. А что тут сложного? Для себя бытие может быть то, что рядом с которым нет ничего. Ну, раз это. А это как раз опять та самая тотальность, то самое целое. Ну, бесконечно, как вы понимали, бесконечно-то получилось, что у нас была граница, мы за границу выходили, потом снова выходили, получилась бесконечная цепь конечных. Так? Получилась дурная бесконечность, а мы стремились получить истинную бесконечность. Мы поняли, что это не есть истинная бесконечность. Значит, истинная бесконечность не так надо понимать. Не как бесконечное перечисление конечных, а как такое бесконечное, которое включает в себя конечное, как свой момент. И если до этого мы задержались как бы за основу, и у нас на повестке дня стояло конечное, то все перевернулось. У нас есть бесконечное, а конечное только в нем. И все вот эти конечные, которые были плюсами, положительными, они все по отношению к этому бесконечному являются отрицательными. Они отрицание этого бесконечного. Все перевернулось, вот все, вот наше мышление, все, что мы изучали до бесконечного, когда мы пришли к истинно бесконечному, уже теперь истинно бесконечное – это целое. А все остальное – это его отрицание. Конечное – это отрицание бесконечного. А раз отрицание бесконечное, это значит с ним соединение. Вот вы, если вы отрицание, так сказать, всего человечества, как человек, вы соединены со всем человеком, вы не сами по себе. А вы определенность этого человека, отрицание же, это же определенность. Вы определенность человечества. И человечество без определенности, без конкретных людей нету. Нет такого человечества, которое бы не состояло из конкретных, смертных, конечных людей. Поэтому ваше дело очень простое. Создавайте что-нибудь хорошее для общества, и вы входите постепенно в вечность, бесконечное и вечное. Человек в своих деяниях, в своих делах на благо общества бесконечен и вечен. А как животное он? Конечен и смертен. Вы на что будете нажимать? Что вы животное или что вы
животное общественное, говорящее, трудящееся и разумное. А как общественное, говорящее, трудящееся и разумное, но разум-то не существует как конечное. Разум и существует как то бесконечное, которое принадлежит, не может принадлежать одному человеку, а оно даже не может у него появиться. Разум может появиться, существовать только у человечества в целом. Поэтому проблему, например, я не знаю, как товарищи для чего ходят в кружок, я бы, например, ходил в кружок для того, чтобы чувствовать себя бесконечным и вечным. Это же хорошо. Вот приходишь, смотришь на них, этот умрет, а мы будем жить вечно и бесконечно. Почему? Потому что мы уже знаем метод, правила. Мы знаем, что в своих деяниях, вот сделали вы что-то хорошее, сделали, кирпич положили, вот здание стоит, человек положил кирпич, а он же уже себя в вечность, так сказать, отправил. Правильно? Потому что его не будет, этого человека, а это будет здание стоять. И даже когда это здание потом может быть разрушено, то, так сказать, все равно из истории это не вычеркнешь, то, что было построено в свое время. Правильно? То есть некоторые, скажем, творения не сохранены, уничтожены злодеями. Но память о том, что были такие творения, в памяти будет жить вечно. Вот зато в памяти жить не тяжело. Потому что питание не нужно, ничего не нужно, никаких здравоохранения, дополнительного обучения, никаких проблем не надо решать. Зарплата вам не нужна. Зачем вам это думать, а вы из всякой чепухи? Борис Николаевич, вы хотите быть бесконечным и вечным? Да, надо вот такое сделать, чтобы действительно я сам ушел, а люди... Вот найдите Дегтярева, скажите, что я хочу добавить там к этим книгам. И чтобы тираж был больше, он добавит там все. Вы не знаете, как это делать. И вот вы сразу в вечность и попали, и все. Вы сразу уйдете в вечность. Вы уйдете в вечность, а мы останемся здесь в конечности. Нет, вы уже не останетесь. Вы столько сделали. У вас... Да я-то самый эгоист. Трудов, это уже а я-то и есть самый эгоист. А как? Да. Из чисто эгоистических побуждений тут присутствуем мы. А я зачем это введу кружок? Чтобы остаться в вечности. Конечно. Так вот я умру один, только я знаю это на околоке, и все. И все. Был человек последний, кто знал, и тот умер. Последний человек. Да, и про меня скажут, вот он какая сволочь, умер, и никого не научил этой наукологии. А я, как человек такой хитрый, я, значит, пытаюсь как-то хоть кого-нибудь научить. Он спрашивает, товарищ Шабас, он на все же отвечает вопросы. Я ему специально не спрашиваю, чтобы как-то себя поддержать, авторитет свой. А так он раз и отвечает на все. А вот других спросили. Ну вот он тоже вот сегодня перед занятием делал вид, что он чего-то не понимает. А на занятии все время отвечает правильно, в основном. А вот человек знает, что такое метод. Видите, так, такой взял такую одежду, вроде как он асахи такой. Но он знает, что метод – это сознание и форма внутреннего самодвижения содержания. Рассматриваемый предмет. Это же круто. Кто это знает? Вот сейчас пойдем, сейчас к трамвайной остановке, будем спрашивать людей сюда. Сойдем, кучей такой подойдете, там трое или четверо человек скажут, а ну-ка говори, что такое метод. Не сможет. А если не скажешь, давай 1000 рублей. И отдадут. Проще отдать. Только не ссылайтесь на меня, это не я организовал, я просто предположение сделал. Да, ну вот. Вы стремитесь к наибольшему количеству народу сделать, чтобы мы да. Знали о них. При рассмотрении, при более близком рассмотрении, занимай. Видите, как вот, например, рассмотрение бывает, а более близкое рассмотрение. То есть, как бы Гегель он приучает к тому, что вы подумали, а еще подумайте. При более близком рассмотрении, занимающего у нас здесь универсального суждения, мы же универсальным суждением занимаемся, а универсальное какое? Суть всей эти, такое, когда идет речь уже о методе или о правиле. Мы убеждаем, что субъект, который, как было замечено выше, содержит в себе и для себя сущую всеобщность, как предположенную, теперь имеет ее в себе та же и как положенную. Все люди означают, во-первых, род человек. Вот какой шаг мощный. Можно сказать все люди, а можно сказать род. Но если вот, когда мы говорили отдельные люди, и так мы все равно чувствовали, что мы все-таки смертны. А если уже род, то род-то уж точно бессмертен. Как там в интернационале-то поется?
с интернационалом воспрянет. Что? Всякий человек? Всякие люди. Чувствуете разницу? Вот оно. Страница 70-я науки логики. Учение о понятии. С интернационалом воспрянет род людской. Один. Только один, потому что он всех включает. Всех включает род. Это универсальное суждение. Человек как род. Не человек отдельный, как отдельный. И не как скопление людей. Единичных, разбросанных, когда они никакого общества не образуют. Потому что для, так сказать, отдельных людей, в общем, вроде ничего и не надо. Они и так могут посуществовать и пропасть. А вот когда род, они тут пропасть уже не могут. Род, вот это понятно, что они должны, люди новые, появляться. Он никогда не кончается, этот род, по природе. По природе. Род по природе бесконечен и вечен. Ну, может всякое случиться, но по природе, по сути своей, он бесконечен и вечен. Так. Перебрасываемся на страницу 71. Та рефлексия, которая расширяет единичность до всякости, уже не есть внешняя эта единичность и рефлексия. И эта единичность лишь становится для себя тем, что, чем она уже была в себе. Таким образом, истинным результатом оказывается объективная всеобщность. Объективная всеобщность. Была единичность, а поскольку мы все единицы взяли, и взяли их не порознь, а взяли вместе, то является объективная всеобщность. Поскольку субъект совлек в себя присущее рефлексивное суждение определения формы, переходившее от этого через некоторое и всякости, вместо «все люди» теперь надо сказать «человек», «der Mensch». Уже можно род и не говорить. Можно сказать «человек». Вот смотрите, «человек» – это звучит гордо. Это мы знаем от Горького, но и от Гегеля мы знаем. И Гегель написал это раньше. Страница 71. «Человек. Всеобщность, возникшая благодаря этому, есть род. Такая всеобщность, которая в самой себе есть конкретная». Конкретная. То есть этот род состоит из отдельных людей. Он в самой себе есть конкретная. Но он, будучи этим, так сказать, состоит из конкретных, но он-то есть всеобщий, род всеобщий, правда? Род не принадлежит субъекту, или, иначе говоря, он не есть единичное свойство и вообще не есть некоторые свойства субъекта. Всякую единичную определенность род содержит растворенной в его субстанциальной сплошности. Гезигенхайт. Всякую единичную определенность род содержит растворенность в его субстанциальной сплошности. То есть, если вы думаете, что это ваши способности, ваше представление, ваше знание, это все мы сейчас работаем над знаниями и представлением человеческого рода. Чем, над чем работает наш кружок? Над знаниями всего рода человеческого. Да. Поэтому нас, конечно, не все еще люди смотрят, но 2500 точно смотрят. Это не так и мало, 2500 человек, которые вот за столом сидит 15, а 2500 смотрят, причем смотрят систематически, и количество у нас не падает, бы даже больше сказать, но расширяется постепенно. Где вы такое явление знаете? То есть это же не такие вот интересности, как вот какие-то легкие фокусы показывают. Тут не легкие фокусы, тут довольно сложный материал. И тем не менее, люди внимательно, кто, значит, снова повторяет, у нас все это записано последовательно, все вывешено. Всегда можно вернуться назад, снова начать. То есть мало того, что можно поизучать саму книгу, можно еще посмотреть вот занятия нашего кружка, которые занятия нашего кружка не имеют своей особенной какой-то задачи, они тоже нацелены на то, чтобы понять диалектику. И в этом смысле они не есть нечто чуждое этой самой диалектики. Поэтому вот почему мы ничего не пытаемся не придумывать что-нибудь, а понять, что есть вот в этом произведении. Вот это очень важно и интересно. Род не принадлежит субъекту. Всякую единичную определенность род содержит растворенную в его субстанциальной сплошности.
Тем самым теперь изменяется вообще природа рефлексивного суждения. Последнее было по существу суждением подчинения или подведения под более общее. Дескать, вот это вот вы там элемент этого всего общего. А здесь вообще все это общее, оно и объединяет это все. Не отдельное, единичное, которое было главным, подводится под общее, а вот само общее здесь берется, род, всеобщее. Это снятие суждения совпадает с тем, чем становится определение связки, которое нам остается еще рассмотреть. Снятие определения суждения и переход их в связку есть одно и то же. А именно, поскольку субъект возвел себя во всеобщность, он в этом определении стал равен предикату. Ну, раз он равен стал предикату, то вот это вот и разделение, и связка здесь посередине, все это, так сказать, соединилось. Слились они в связку. Это тоже здесь, то есть род или в себе для себя сущая природа некоторых вещей. То есть мы берем не какую-то конкретную вещь хватаем, а берем в себе и для себя сущая природа некоторые вещи. Вот в себе и для себя сущая природа стола. Сколько столов вы видели разных? Вот этот стол какой формы? Овальный. Трудно, да, рассказать. Какой же он овальный, а дыра? Ноль. Баранки такие продают сейчас вот. Такие кривые. Не круглые, а вот такие кривые. Так что не скажешь, а эту форму. И вы что, хотите, что здесь сплошность, что ли? Она вот здесь выделена. Чего можно? В себе для себя сущая природа некоторые вещи. Тождество, следовательно, поскольку это тождество снова расщепляется в некоторые суждения, субъекты предикации относятся друг с другом через внутреннюю природу. Это соотношение необходимости. То есть не то, что мы приписываем какому-то субъекту какой-то внешним образом отдельно взятый предикат, а мы их как бы берем вместе, потому что они внутренне связаны. Вот. Это вот суждение необходимости, соотношение необходимости. То, что присуще всем единичным вещам какого-нибудь рода, в силу их природы присуще и роду. То, что присуще всем людям, не в силу того, что они какие-то особенные люди, а в силу того, что они люди, присуще и роду человеческому. Так? Правильно? Потому что... Нет. Не все. Во-первых, то, что присуще всем единичным, не одному, а вы сразу одному, всем единичным вещам какого-нибудь рода, а не одному. Вот если всем это присуще, какого-нибудь рода, в силу их природы, а не просто присуще, ну все грязные, это что, природа, что ли, этого? Нет. А вот в силу их внутренней природы присуще, то вот тогда это присуще и роду. Вот непосредственный вывод и выражение того, что получилось раньше, а именно того, что субъект, например, все люди, совлекает в себя свое формальное определение, и вместо «все люди» следует сказать что? Человек. Когда мы говорим «человек», а мы имеем в виду всех людей, но только всех людей, как сказать, взятых как род. С учетом того, что вот мы говорим о том, что присуще всем людям, как людям. Поэтому род. Или просто человек. Не Иванов, не Петров и не Сидоров, а человек. Вот совсем получается. Это вот мы пришли к суждению необходимости. И, следовательно, что мы сделали в ходе нашего занятия? Мы находились... Где-то перед С универсальное суждение было в суждении рефлексии, да? А мы проделали этот путь и совершили переход к суждению необходимости. Какие есть заявления, протесты, вопросы? Следующее занятие суждение необходимости. Прочитать суждение необходимости. На будущее прочитать надо суждение необходимости. И перечитать то, что мы прошли. То, что мы прошли, очень полезно после этого перечитать. Правильно? Чистое бытие. Ну, давайте. Так.
Ну вот это надо сделать в подарок к кружках Новому году. Дедушка Мороз вам дает, да? Дедушка Мороз, дай мне прочитать суждение и понять суждение необходимости. В том числе А. Категорическое суждение, Б. Гипотетическое суждение и С. Разделительное суждение. Я хочу сказать, что это будет более понятно, чем то, что мы сегодня прошли. А проще, да? Да, легче. Ну а что тут разделительное? Или Вера, или Надя, или Люба. Что тут непонятного? Как-то яхта называл. Дизъюнктивная. Так ты дизъюнктивная, это просто на иностранном русском языке. Дизъюнктивная. Что такое? Разделительное? А тут по-русски сформулировано. Это же перевод, можно и не переводить. Можно все оставить в таком же виде, такой в иностранщине. Так, я так понимаю, раз нет вопросов, то все поняли. Или совсем ничего не поняли. Все поняли все, но не совсем. Все поняли, ничего не поняли. Это вы о себе говорите или обо всех? Да, да. Или вы хотите, так сказать, сразу того, что так, относится именно к вам, сразу роду приписать всему человечеству? Тогда рот не воспрянет, рот людской, а завянет рот людской. С таким. Я как принадлежу же к роду, так, соответственно, род, в принципе, от меня, как от одного, не зависит вообще. Но вот наоборот, он род, именно от каждого зависит, от всякости. Вы только что звучали, что всякость. Род – это вот от всех зависит, от всех. Поэтому, дескать, от меня не зависит, я могу просто пойти и украсть. Это не значит, что будет общество воров. Это просто я украду и все. Проявление частного, единичного, оно не... Оно уже... А тут не единичное, тут всякость. Вы пропустили смысл этого раздела. Всякость мы изучаем. Не единичное, а всякое. Всякое. Вот когда мы говорим «всякое», так это род. Почему единичное-то? Какое же единичное, когда всякое? Вот иногда у нас говорят, значит, вместо в определении цели социалистического производства, вместо обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества, иногда говорят развитие человека или личности. Ну, какую-то личность выделили, какого человека, какой личности. И как-то непонятно, это ко всем относится, или некоторые личности будут развиты, а вы должны в жертву себя принести. Развитие. Каждого человека, ну как ну, человека, не личность, а человек, человек же как род. Если вы не скажете, если вы не скажете род людской, то и непонятно. Непонятно. Потому что человек, каждый есть человек. Вот каждый единичный человек есть человек. Сложно. И поэтому можно понимать так. Вот есть люди, человеки, они получают прибавочную стоимость, а другие, которые не совсем человеки, они пускай работают на тех людей, которые человеки. Ну, так и есть. А, так и есть, да. Так что вот. Человеки так к людям относятся. А если род людской, то тогда там метод, правило. А метод и правило состоит в том, чтобы у этих недочеловеков, которые эксплуатируют человеков, отобрать средства производства и сделать их принадлежащими роду, то есть обществу, всему. Правильно? Роду, а не так, что по отдельности. И вам в участок, и мне в участок, и вам жилье, нам жилье, там жилье. А было государственное жилье. Всем принадлежало государству. И поэтому, и какой смысл было его делать платным? Никакого. Потому что не было бомжей. Бомжи – это тоталитаризм, когда никто... Нету ни одного бомжа. Все имеют жилье. Это ужас. Кошмар. А сейчас хочешь, имей жилье. Хочешь, продай и спи в картонной коробке. А потом есть теплотрассы, там есть люки. Если еще какую-то найти рогожу и туда забираться, ну, очень даже хорошо. Если не зальет тебя кипятком. А? Коллекторы есть. Коллекторы есть. Коллекторы есть, с одной стороны, теплые, с другой гранату могут у вас бросить, чтобы долг с вас забрать. Это тоже коллекторы. Только другие коллекторы, да. Так, ну, значит, занятие у нас на этом завершается. И я вас всех с этим поздравляю. И с наступающим Новым годом желаю
хорошо подготовиться к последнему занятию в 2019 году. Так, 24-го. 24-го, да. Да. Кто не подготовится, тот не подготовился к Новому году. Да, уже 24-го начинаются корпоративы везде. А это и есть корпоратив. Видите, у нас корпорация какая? Новогодняя. Корпоратив, вы как это ну, самое? Ну, как новогодняя, посвященная Новому году. Вы в эту корпорацию входите, в нашу, Борис Николаевич, нет? Конечно, вхожу. Ну все. Я же не только в эту вхожу. Так а что вы говорите? Вот скажите, что вот там на других корпоративах и скажете, вот люди тут делом занимаются, а вы водку пьете. А что нам-то? Здесь-то нам чего про другие кооперативы хотите? Что сказать вы можете про них? Люди там это не изучают, этого не знают. Они не работают над своей головой. Они говорят, мы уже пожилые. Но человек, если не работает, он и пожилой. То есть, что значит пожилой? Уже пожил. А раз пожил, значит, тогда уже весь организм начинает готовиться к переходу в иной мир. Потому что если сам человек так не настроен и так себя не ведет, естественно, он преобразовывается и физически. А как может быть иначе? Как известно, кто долго совершает умственную работу, тот дольше живет. Это со 100% вероятностью доказано. И наоборот. Кто от этого избегает, говорит, о, это сложно, что это буду думать? Ну и не будешь думать, уже разучишься думать. А способность к мышлению – это способность человека. Ты еще как живое существо не умер, а как человек уже умер. Это, кстати, единственное отличие нас, человека от всех остальных. У нас корпоратив тех людей – долгожителей здесь. Поняли, Борис Николаевич? Вот. Аксакалы, да. Так, спасибо, товарищи.